Немецкая разведка по заказу АНБ прослушивала международные телефонные переговоры Финляндии. Об этом со ссылкой на секретные документы разведслужбы ФРГ сообщает финская телерадиокомпания Уле. В списках 256 прослушиваемых линий, 31 страна, в числе которых и Россия. Документы, которые изначально попали в руки австрийскому парламентарию, предположительно датируются 2005 годом. Именно тогда немецкая разведка проводила совместную операцию с американским агентством национальной безопасности. Для финских спецслужб обнародованный список стал сюрпризом, однако сам факт слежки не удивил.